Так у меня и записано. Эвакуатор, мужик хороший. Нормально. И, возможно, вы нас помните, мы на пионеров отвозили где-то год назад Горбатова. Ну заберем давай, что у вас сколько тебе нужно больше. Ну, мы вот сейчас выдвигаемся с правого берега в ту сторону, наверное. Ну, через часик где-то можно там уже встречаться. Я хотел начать этот видос фразой гениальной. Она была сказана в рук опере «Тот» под руководством Короля и Шута. Эта история началась ровно год назад. Или раньше, или позже. Короче, настал тот день. Естественно, самый ветреный, блядь. Естественно, вот самый непогодливый. Есть такие слова? Не, ну сегодня хотя бы не холодно. Ты просто дошел из падика до машины, братан. Там нормально дует, я тебе хочу сказать. Там уже, блядь, в инстаграме тёлки все сторис. Ну, пиздец, что за погодняк, нахуй, да? Ну и как вам погода, блядь? Типа, да, нет, вообще голосовамба. Не то, чтобы мы разбогатели. Не то, чтобы. О, Сергей, сервис пионеров. Ну-ка, давай. Надо что-то делать хотя бы. Короче, надо уже просто забрать. Мы отвезем его к нашему другу, потому что все гаражи заняты. Он там немного постоит, ну и мы с вами вместе примем решение, что с ним все-таки делать-то. Сергей, добрый день. Здравствуйте. В 3 часа дня будем у вас, хотим забрать транспорт. О, Денис, привет. Здрасте, здрасте. Я уже забыл бы тебя. Мы его так со всех сторон обкладываем машинами. Технично. Я думал, о, Денис, так мы его на металл уже порезали, нахуй. Да ну ты что? Ну все. Мы тут эвакуатор пригнали на работу, хотели его на крышу поставить. Началось, как рекламу. Ну давай, давай. Все, добро, ага. Переговоры. С Жекой я уже созвонился. Жека сказал, что даже уже площадка почищена под машину. Транзакции на запад, на за... Поехали, бать. Поехали, заберем запад. Прямо сейчас мы заезжаем на новую развязку нового моста. Которую построили, пока мы делали Горбатый, блядь. Этот город безукоризненно сер. Короче, погрузили. На скотч примотали двери, чтобы все было очень надежно. 8 месяцев кропотливого труда. Ручками все было, ручками, не нашими. Короче, какие мысли? Первая мысль, она такова. В силу очень ограниченного бюджета, очень ограниченного бюджета, мы отрезаем низ Горбатому, отрезаем вверх Оке и присобачиваем Горбатого на Оку, потому что они типа идеально подходят по ширине и по длине. Совсем стоковым, короче, оставляем просто Оку и сверху прихерачиваем на нее Горбатого. Это самый дешевый вариант вообще, который только может быть. Второй вариант — это реально все кастомить, но это будет невероятно долго. Мы, конечно, за тот вариант, при котором Горбатый будет хотя бы немного ехать. В плане того, что по скорости. Не можем мы найти людей, которые бы взялись вот за эту вот няшку-мяшку. Посмотрите, какой он клевый вообще, я просто не могу, я тащусь, блин. Кто начнет писать в комментах «долго», «пиздец». Ну, смотрите на сварку академика. Ну да. Спасибо всем тем, кто дождался серии про Горбатого. Но помнишь комменты, когда пацаны писали, что подписались только из-за Горбатого, чтобы слить за судьбой машины? И если вы еще остались, и вас не отписал YouTube, 180 человек. Продолжение будет, я думаю, что к лету. Потому что сейчас нам вместе с вами надо сделать какой-то вывод. Какое-то решение принять надо совместное. Что мы будем делать? Сколько мы уже вкинули? Где-то 80. Это 80.
денег, которые мы достали из нашего кармана. Но Тинькофф, помоги, блядь. Нам нужен какой-то сервис или какие-то типы, которые будут готовы взять эту тачку, поставить ее у себя и заниматься ей по мере вкидывания денег. Короче, то есть привезли мы двадцатку, они сделали задние рычаги, не знаю, например. Привезли еще пятнашку, они сделали опоры подвигать. Ну вот так вот это должно работать, потому что на данный момент, ну, нет вариантов, как бы вкидывать туда просто сразу кучу бабла. Поэтому все делается долго, пацаны, потому что делается на свои бабки. Короче, в нашей группе ВКонтакте мы запустим голосование. АК или? Или кастом. На самом деле мне пишут парни, типа, блин, как горбатый? Я говорю, да ничего, нормально, вот скоро поедем забирать. Че, может, чем помочь? А мне стыдно, блядь, я думаю, ну да, че? Нет, конечно, зачем? Я не знаю, я не хочу собирать деньги, я ненавижу эту блогерскую поеботу. Скиньте деньги. Мы просто сами зарабатываем, заебись, но не настолько, чтобы вкидывать... Не, мы зарабатываем неплохо для того, чтобы обеспечивать себя и всем необходимым. И да, раз в год вкидывать 80 тысяч горбатого, но да, не чаще. Но не чаще, не чаще. Че, у тебя как дела, братан? Да вообще отлично, я хочу еще раз подчеркну. Это был Subaru Forester. Охуеть, я даже не успел его заметить здесь, я успел только в зеркало его глянуть. Вступайте в группу ВКонтакте, пацаны, кто по горбатому особенно подписался на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, там будет это голосование, еще много чего интересного. Пацаны, просьба, если кто-то на каких-то, может быть, форумах или на Drive 2, 3, 4, 5, 6, 7 видел информацию про горбатого, да, там, как на изи поставить подвеску от Subaru и мотор полторушку, то кидайте ссылки в комменты. Вообще в идеале, конечно, я это все круто придумал. Он синий, на полторушном субаровском моторе, на пневме, с перешитым салоном бежевым, туда, блядь, в бахилах только залазит. Заднего ряда нет, там большой сабвуфер стоит, все классно. Но на аку нахуй. Подошел к концу первый этап спасения рядового горбатого. Был он долгим, реабилитационный центр работал целых 8 месяцев, но врачи с хорошими руками справились, и мы сегодня прям очень рады, что наконец-то забрали его из ШИК-авто, привезли к моему другу на временное хранение. Его мама уже спросила, когда мы его заберем отсюда. Ну вот, но я сказал, что в течение месяца его уже не будет. Поэтому активно, пацаны, принимаем участие в голосовании в нашей группе ВКонтакте. Кто не вступил, вступайте. Что мы будем с ним делать дальше? Потому что решение надо принять через недели 2-3. Иначе Женина мама сделает из него клумбу нахуй. Очень красивую, проваренную клумбу, которая точно заржавеет. Комплектность у нас так и осталась целая. У нас все стекла, все, короче, лежит внутри. Здесь тоже вот все промазано. Ну, короче, что бы там говорить? Полностью сделанный кузов. Подписывайтесь на канал, пацаны. Вместе будем спасать рядового горбатого.